Absurdity. Okay. Cut the absurdity. Tail slate coming up right now. Right now. Jim, that was better. All right, rehearsal, guys. All right, this is just rehearsal. Ready and action. Altitude's a little high. I think it's been almost 10 years since we've been trying to do. Всем привет! Вот мне подбросили уникальное видео. Ну, фальшивая как бы съемка показана. То я выставил утром видео по поводу того, что американцы на Луне были. Я это утверждал, и меня немножко сейчас как бы поставили в неловкое положение. Ну, придется признать, что все-таки это американцы на Луне не были. Хотя я обещал снять еще 5 видео, то, что они были. От меня отписалась куча людей. Ну, хочу их поблагодарить, потому что я очень сильно хочу, чтобы максимум отписалось упоротых зомби. Вот это просьба к тем, кто еще не отписался. И смотрим. Да, действительно, здесь показано, что съемка происходила, ну, в Голливуде. Смотрим внимательно. What do you got now? Three. Now move. Думаю, достаточно. Чуть-чуть дальше продолжим. Я специально это показал. Ну, давайте теперь немножко разберем вопрос. Давайте назад отмотаем, с чего мы начали. Что мы видим? Еще раз. Смотрим внимательно, очень внимательно. Показывает отрывок скафандр, ну, космонавт в скафандре. Потом показывают съемочную площадку крупным планом. Настройка камеры, пленочные старые видеокадры. Кадр из оригинальной съемки «Американцы на Луне». Щелчок закадровый щелкает, то есть наложенный звук. Они там разговаривают, это наложенный звук, который к этой видеозаписи отношения абсолютно никакого не имеет. К этой опять кусочек старого видео.
сигнал перехода. Это когда снимали старые видео, то делали дубль один, дубль два, то они делали сигнал звуковой тоже. Опять кусок врезано сюда съемок с Луны. Опять видео съемочной площадки. Просто кусок врезки. Оригинальные кадры с Луны. И наложенный звук. Оригинальные опять кадры с Луны. И переговоры между собой, то есть на ту съемочную площадку наложены кадры с лунной экспедиции американцев. Показывают видеокамеру с Луны. Наложены голоса. Опять это дебильный переход, пикание. Видите, да? То есть на видеосъемку, старую видеосъемку с настоящего просто с Голливуда или где это снималось, наложены кадры с Луны, с лунной экспедиции. Звук опять добавлен. Или просто он там есть. Эти кадры просто вставки с лунной экспедиции. Ну, оригинальный полет или тренировочный, или настоящий полет космонавтов. Опять. То есть, чем занимаются плоскоземельщиками? Чем, еще раз повторяю, точнее спрашиваю, чем они занимаются? Они занимаются фейками. То есть это слепленный фейк. И они выдают это за правду, что это, мол, видеокадры с Голливуда. Вот чем занимаются плоскоземельщиками. И так называемые разоблачители лунного заговора. Просто я поставлю ссылочку на вот это видео, которая тупо слеплена, из пальца высосана, и все. И они говорят, вот такие вот видео от американцев на Луне не были. Я еще раз прошу, все те, кто упоротые, считают, что Земля плоская, пожалуйста, отписывайтесь от моего канала нахер. Вот и все. Это так, чтобы вы понимали. Не думайте, что вы поменяете мое мнение, там будете отписываться. Да мне плевать. Чем больше отпишется упоротых и зомби, тем будет легче моему каналу дальше развиваться. Короче, намешано на куче все. И съемки в Голливуде, и оригинальные кадры. И они говорят, что это все было снято в Голливуде. Вот и все. Я поставлю, посмотрите это видео. Но как бы комментировать дальше бессмысленно. И так все понятно, что это просто голимый фейк, то, что не слепили и выдают за реальность. Ну, вот такое видео на сегодня. Так что всем всего хорошего. Счастья, удачи и процветания. До свидания. Напишите свое мнение и максимально отписываемся от канала. До свидания. Because I don't think you can divorce this conversation from that. I don't think it just came from 5 solid minutes of this. Mm-hmm. Very important to understand. You're reacting the way we would react to seeing this. Mm-hmm.